Ребятки, всех привет, всех с Новым Годом, с вами Александр и Легенды Дракономании. Получи новых драконов и многое другое. Давайте, что, куда это нас ведет? Непонятно, куда это нас ведет. Здесь, кстати, вот, эту акцию нужно обязательно выполнить. Вы видите, как можно больше драконов. Чем реже дракон, тем больше очков он принесет. Ну, половинку я уже насобирал. И вот по поводу этой акции, ребят. Ну, походу, я не успеваю. Осталось немного меньше 2 дней. А здесь вот это, ну, по выведению дракона, опять же, такой тайм-аут большой стоит. По сбору золота, как бы, вот, не успею я. Мне кажется, не успею. Ну, а как бы там платить кристаллами, чтобы вывести вот этого эпического дракона, дело вообще бесполезное. Ну, посмотрим. Ну, мало. Я вот был где-то вот много времени потратил на вот эту вот лабуду. Если бы там... Если бы это стоило фигня пропустить, ну, один кристалл за одну штуку, ну, 30 кристаллов за один предмет, они что там, сумасшедшие, что ли? Просто караул какой-то. Ну, давайте, в общем-то, будем продолжать. Так. Да, нужно будет рекламочку посмотреть. С помощью рекламки, конечно, сейчас вообще несложно выполнять такие вот задания. Ее можно смотреть много, особенно если у вас есть... телефон, эмулятор, можно сделать несколько эмуляторов, и на каждом устройстве можно смотреть рекламу. То есть это такой небольшой а-ля лайфхак. Так, ну а сегодня кого мы качнем? Давайте мы качнем вот это вот существо. Это у нас дракон-волк. Такая штука. Это дракон, но он волк. Или это волк, но он дракон. Эпик, сила 70, довольно неплохой такой эпик. Так, в бою дракон-волк остается верным своей команде, в любой ценой защитит ее от викингов. Давайте будем кормить это прекрасное существо. Ну, давайте так, не будем его сильно кормить сейчас, просто полюбуемся. Я под акцию буду его подкармливать. Он говорит такой, давай, 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 еще. На тебе еще. Вот, смотрите, как обрадовался. Вот, вот тут пойди возьми. Смотрите, замедленная съемка, ребята. А вот тут я могу кинуть? Да, могу и тут кинуть. Ну, такой забавный, то есть довольно-таки оригинальный. А кто у нас еще здесь есть? У нас здесь есть Элкхун, да? Да, вот. Элкхун, дракон, пес. Кто у нас тут еще есть из таких псов? Так, это у меня жар-птица здесь. Как там его? Огненная птица, да? Но это, по-моему, уже мой не первый дракон такой. Огненная птица. Давайте сейчас его посмотрим. Это у нас эпик. Эпик, эпик свет. Давайте посмотрим. Не туда зашел. Снова не туда зашел. Вот сюда. Ищем свет. Эпик. По редкости. Вот, вот это ты. Нет, не угадал. Черт, какие там у тебя стихии были. Вот это ты. Тоже не угадал. Ну ладно, давайте так проклацаем. Вот это ты. Это тоже не угадал. Так, сила 68. Там зелень была, точно, зелень. Зелень. Где ты, выходи. А вот это какой? А, подождите, огненная птица. Вот у меня 2 таких дракона есть. Нет, там зелень, да, там огонь, тень. Ну, классная стихия, атака 72. А, ну да, точно, это я уже с волком путаю. Так, ну прикольный такой у нас дракончик. Вот он, где у меня находится. Он у меня 17 уровня. Зовут его Феликс. Феликс. Да, в честь нашего помощника Феликса, который нам раньше помогал. Так, Феликс, как у тебя дела, если ты меня слышишь, отзовись. Красивая птичка и довольно такой неплохой демагер, да? Ну, тигр, по-моему, 72 атака была базовая. Так, что у нас еще, ребятки, происходит? Также у нас происходит клановое событие. Давайте посмотрим, где мы здесь находимся. Вот осада. Х4, у нас это, кстати, новогодняя, да, наверное, акция. У нас идут бонус такой не кислый. Было Х2, сейчас Х4. Да, ну, я опять нифига не вижу, что именно здесь нам выпало.
Так, я собрал еще землетрясение, я собрал еще дворянина, я собрал еще золу, я собрал еще рыцаря. Вот это так. Ну, мы отрываемся вперед. Молодцы, ребята, так держать. Давайте я тоже поддержусь, так сказать. Х2. Погнали. Да ладно. 50% промахи. Вот так вот. Так, давайте посмотреть, что у меня пока что очки закончились. Я тут остановился на клановых битвах. В смысле, на битвах на арене. Так, это лучший защитник, самый сильный, да? Не знаю, ну, посмотрим. Если есть еще какие-то такие крепкие ребята, то нам здесь делать нечего. Ну, блин, редкий щит, да, эта штука лучше, чем редкое усиление получается. Держим пальчики накрест. Так. Так-таки так. Ну, выбирайся. Давай, звездная пыль. Надо, наверное, брать таких два усиления, если мы сражаемся осенью. Ну, посмотрим. Звоночек у меня их минимум два, по-моему. А, ну все нормально. Один был только сильный. Затащили. И задание клана выполнили. Так, сразу же переходим ко второму бою. Так, зелень нам здесь не нужна уже. Можно взять пустоту. И обычный щит. И необычный щит. Я думаю, этого нам должно хватить. Здесь все должно быть легко и просто. Анубис, раздавай. Так, у нас 957 кубочков. Так, это у нас крепкий парень. 55. Ну, да, 55. Я считаю, что 53. Да, у него на 2 звездочки у него больше, плюс 4. Как раз это 55. То есть равный нам такой противник. А, давай так вот его уничтожим. Или вот так, давайте его уничтожим. Ну и без проблем. Эрлайн Шень. До свидос. Да, кстати, видели, у меня такая неплохая награда выпадала. У меня там были легендарные, обычные и отличные осколки. Так нормально насыпало, было прикольно. Редко такое выпадает. Так, у нас есть дракончик Хвакел. Дракончик Факел. Самый сильный у него 55. Ну, справимся. Должны справиться. Сорок восьмой. Давайте обычный щит возьмем. Джунгли, джунгли, джунгли. 50-й.
Давай так, за один удар, чтобы его снести. 51-й тоже давайте за один удар. И самый крепкий 55-й. Ну так, должны справиться. И уничтожение. Фу, ну, так можно было и проиграть. О, и хороший осколочек нам попался. Так, самый сильный, 61. У меня остался еще один сильный дракончик. Вот такой вот. Давайте посмотрим, может там остальные слабые. Погнали. Классик. 52-й. Но на все звезды. Это крепкий парень. Ого! Ничего себе он шарашит. Упс. Упс. Ну все, дальше нам ничего не светит. О, да, мы дальше не прошли бы. 59-й, 56-й, 61-й. Да, ну так. Зря, скажем так, сюда полезли. Ну ладно, что поделаешь, не страшно. Так, сундучок, котелок. Я не туда клацал. Ну что это случилось? Думал, заглючило его. Редкий щит, это всегда полезная штука, ребятки. Так, ну вроде как все. У нас, кстати, новый дракон. Ух, тут хоть картинки есть, и то радует. У нас темный лед. Атака 72, это печалька для легендарного, да. Дракон Тёми появился при скрещивании двух драконов. Сочетают такие стихии, как вода, металл, земля, ля-ля-ля, тополя. Так, рёв ветра среди одиноких заброшенных утесов может быть кличем дракона темного льда, который охотится на тренеров, в чьих сердцах поселилось зло. Видите, детишки, как важно быть хорошим. Прям снежная королева. У нас же есть дракон снежная королева, это ее точно ее муж. Вот такой вот у нас дракон и дракон шик. Я сейчас его тоже вывожу. Облако плюс дерево. Ну, такие вот пока что комбинашки, да? Так, где я здесь тут на арене болтаюсь? На каком уровне? Третья лига. Так, подожди, как моя лига называется? Красный щит, троечка, да? Вот этот вот. Красный щит, троечка. Я вот здесь нахожусь, да. Ну, просто откатился, смысл. Хотя, вообще-то, не особо я-то и откатился. Довольно высоко нахожусь. Вот, давайте парочку быстрых атак сделаем. Тут что-то поменялось, по-моему, с эмблемками. Только что я заметил. Так, а ну давай дальше смотреть. А, это сложно, сложно, сложно. 64-е. У-у-у. Ну их легко, если я обновлю, то они должны, по идее, пропасть. Тоже красивая такая гладиаторская арена. Напоминает мне как бы битву Тора и Халка. Последний бой. Давайте назовем бесплатные обновления, они должны исчезнуть. Ну да, как я и думал. Потому что на нашем уровне не должно быть таких крепких противников. Так, ну и давайте, наверное, перейдем на обычную карту. Нам нужно как бы поправлять наши битвы, вот там, где у нас есть по две звездочки. Давайте с самого начала сейчас просмотрим всю карту, где у меня есть две звездочки, где нету третьей звезды.
Ну, в эти я перепроходил, насколько я помню. Здесь все на 3 звездочки, там что-то это дальше только будут на 2 звездочки. Вот 3, везде 3, 3, 3. 3, 3, 3 звездочки. Здесь везде 3. Везде 3. 3, 3, 3. Смотрим, 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 смотрим. Так, здесь тоже везде 3 было. Так, и вот, это уже последний наш остров. Тоже везде по 3, по 3, по 3, по 3. Этот остров тоже весь на троечке мы прошли. Только здесь у нас есть по 2 звездочки, да? Ну, давайте будем пробовать. А, ну без проблем, без проблем. Подхилялись так неплохо. И джинника тоже валим. Живой остался. Ничего себе, джин, ты что, заколдованный? Готово. Так, вот, блин, теперь тут не видно. Вот 3 звезды, да. И вот здесь давайте попробуем. 56-й, 57-й эпики, без звездочек. Тоже должно быть все легко. Вообще за один удар. Так, справились. Ну а здесь сможем? Да, тоже сможем, редкие всего лишь. Даже не эпики. Странно, и без звезд. Так, ага, ошарашили нашего архангела. Вот так, потихонечку подчищаем нашу карту. Подчищаем. Так, давайте вспомним, какие у нас тут на 206-м 60-е. Ну, в принципе, мы-то не так уж уже далеко, да. В принципе, можно будет в следующей серии, может, туда и попробовать. Но давайте сначала посмотрим, какой силы у меня драконы. Надо их как-то подровнять. 13 миллионов на 4,6. 13 на 4,6. У факела что у нас по силе? 13 на 4,4. Можно, может, факела немножко. А теперь... О, 16, понятно, перестарался. Не надо было кормить. И архангел. Так, где наш Миха? Миха, выходи. Так, а куда я запер нашего Миху? Наверх, что ли? Вот наш Миха. Он самый слабый получается. Ой, Миху надо кормить. Миху надо кормить. У него удар вдвое слабее. Черт подери. Одиннадцать на 3,5. Ну, этот нужно еще один уровень ему дать. Ну, а с факелом я перестарался. 13,9 на 4,2. Да, отлично. Но факел у нас теперь стал самым сильным. Хотя, может, и... Ну, осень. Осень слабенькая, да, у нас. Ой, осень вообще слабенькая. Ладно, давайте покормим осень. Вот так вот потратили 13 миллионов еды. Ну, осень, да, остается слабенькой, конечно. Остается слабенькой. Ну, в общем-то, ребятки, тогда на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.